Евангелие в России, ну, может быть, последние десятилетия усилиями очень прогрессивных священников стало читаемой книжкой. Потому что, в принципе, в России, Россия не страна книги. Что-то другое в ней имеет значение. Ну, там, я сегодня не поручусь и не смогу даже ответить на этот вопрос, как много в России читают Библию. Она сегодня во всех культурных домах, безусловно, стоит. Во многих культурных домах она стоит не только на русском языке, но, скажем, на английском, попроще читать. Муж мой, например, предпочитает читать по-немецки Библию. Я думаю, что в основном это все-таки привилегия очень культурного слоя, что это не народное чтение. Okay.